Всем привет! И снова давайте будем разбираться с 3D. Что это такое, как это можно обработать, что еще можно сделать. Вот такого болвана мы сделали в прошлый раз. И теперь вот что с ним можно сделать, как ему изменить позу, не прибегая к ZBrush, не переделывать, допустим, какие-то части тела, не сгинать их. По-быстренькому все, чтобы это было хорошо. Вот есть еще такой способ. Давайте его разберем. Зайдем в интернет и откроем опять вот по прошлым видео сайт Миксама. Выберем позу, загрузим сюда нашего болвана. Вот так он движется. Вот так он выглядит. И вот нам, допустим, нужна вот поза на момент удара, где вот он наносит удар. Нам надо ее просто поймать. Вот так вот, допустим. И поставить на паузу. Потом нажимаем вот этот значок Download, загрузка. И он нам эту модель, вот именно вот эту, которую мы остановили, он нам ее сохраняет. Жмем сохранить. Сохраняет он в формате FBX, по-моему, для 3D Max. Все, когда мы его сохранили, значок вот высветился, загрузка идет. Сейчас он сохранится. И мы перейдем в 3D Max. Вот так заходим, нажимаем на значок 3D Max. И жмем импорт. Немножко у меня подтупляет. Ну ничего. Так, теперь нам нужно найти, где этот файл у нас находится. Он у меня в загрузках. Вот они, загрузки. И давайте его теперь откроем. Формат этот откроем в 3D Max. Так, вот он у меня есть. Открываем. Ждем, пока появится окошко загрузки. Вот, появилось. Жмем ОК. И теперь подождать немножко надо, чтобы модель загрузилась. Когда вы будете закидывать модель в Миксама, делаете ее 20 тысяч полигонов. Вот так вот, ну, полегче. Есть видео, как можно понизить полигоны, вес модели без потери всех деталей, текстур. Модель будет также выглядеть, как и на 500 тысяч полигонов. Вот у нас высветилась модель. Вот вы видите, что поза у него так. Это я не ту поймал. Сейчас попробуем загрузить другую. Сначала очищаете от этой модели рабочую зону. Жмете New. Жмете Don't Stone. Что сохранить вам не надо. И давайте еще поищем. Видать, два файла у меня. Этот на взлете, а тот на ударе уже. Так. Это самый простой способ, быстрый. Потом, конечно, будет, если что-то не так, надо будет доработать, это уже будет проще, нежели самому тратить время и полностью вот так вот выставлять. Так, ну вот, пусть пока это будет модель. Теперь, что нам нужно сделать? Мы нажимаем на значок 3D Max, жмем экспорт, и вот здесь, кто не знает,
Так, называем его как надо. Жмем, куда надо сохранить, допустим, на рабочий стол, и жмем сейв. Подтупляет очень. Сейчас повторим. Жмем экспорт. Ставим формат Обж. Называем как нам надо. И на рабочий стол или в папку, куда вы будете сохранять. Все. Вот у нас вот здесь не должно значков стоять. Иначе в ZBrush ничего не получится. Будет кусок такой, как жести помятой. Все скукоженное. Убирайте все значки вот здесь, вот отметки. И жмете экспорт. Вот он прогоняет модель. Все прогнал, вы видите, быстро, она легкая. Жмете done или закрыть. Все, нам вот это вот 3D Max не нужен. И я его сейчас закрою, а потом уже будем разбираться, как делать в ZBrush, работать с этой моделью. Теперь мы делаем дальше. Открываем нашу модель, которая после 3D Max сохранена в формате Obj, и закидываем ее сюда. Так. Вот у нас модель загрузилась. Жмем Edit, все по сценарию. И вот вы уже изменили позу. Вот такой у нас болван стал в позе удара. Теперь можно еще ему жертву подставить, также сделать, и будет уже типа драка. С этой рукой можно разобраться, выровнять ее и уже тут, как говорится, замаскировать. И сделать уже, как мы делали раньше, с помощью ротации. Вот так, это мы возьмем еще побольше локоть, чтобы его не выламывало. И вот так вот можно потихоньку уже доработать. Также можно потом сделать еще вот такой момент. Ctrl-Alt. Вот так вот. И руку можно поднять чуть-чуть повыше. Так. Не забывайте вот за эти детали, которые вы можете забыть замаскировать, потом вы видите, что тянет. Так, и вот так вот с помощью ротации можно руку еще выше приподнять, сделать ему более такую позу боксерскую. Снимаете выделение, и вот такой вот получился гражданин опять у нас. Так, все это понятно, и теперь давайте посмотрим, что же можно еще делать. Если вы скачаете в интернете или сами сделаете стул, диван, там, кресло, то можно использовать вот этих вот персонажа, можно посадить на диван. Сейчас вам я покажу результат. Вот такое может получиться. Вот так выглядит наш болван на диване. Поза тоже с миксама.
Чуть-чуть я доработал, там руку подтянул, кое-где чуть-чуть вывернул, пальцы приподнял вот здесь на руке, на кисти, и с ногами чуть-чуть поработал. А так, в принципе, диван скачен. Если скачивается модель бесплатная, я считаю, что значит автор разрешил ее использовать. Ну вот я ее решил использовать, не тратить время на лепку дивана. Хотя можно было, конечно, и самому сделать. Ну, в принципе, если есть готовое, зачем тратить время? Тем более, качество хорошее. Не знаю, кто автор, но хорошо сделано. Так, что еще можно делать? Когда вы все поделаете вот эти позы в разных файлах, чтобы их не хранить, можно их загрузить на один файл, на проект, и сделать проект в ZBrush, а потом, если что-то нужно, брать уже вот отсюда. Выглядит это вот где-то так вот. Разные позы. Вот типа тут драка, одни болваны дерутся. Чтобы вот так вот всем поменять позу, сделать позу нескольким моделям, очень много времени надо, а вот на все вот это вы потратите, ну, может, полчаса, кто-то может меньше, у кого помощнее, побыстрее компьютер. Ну, в принципе, выходит вот так. И теперь давайте рассмотрим, как же принимается после вот ZBrush вот эта модель с Sculptress, допустим. Вот у нас болван на диване, Sculptress его хорошо принял, модель крутится хорошо, легенькая. И что теперь можем сделать мы, вот, используя Sculptress? Заходим в опции, нажимаем Background, предварительно скачиваем пустую комнату. Так, вот эту возьмем. И вот так все это устанавливаем. Можно уменьшить колесиком, сделать его вот так вот, выставить. Можно чуть-чуть прибавить, чтобы более-менее так выглядел он. Или к окну его поставить, или по центру. Вот так вот это будет выглядеть. Также можно его раскрасить предварительно в этом Paint здесь, или в ZBrush. Но ZBrush, если вы раскрасите, то Sculptress раскрашенную не примет. А если раскрасите в Paint, то раскрашенная не пойдет в ZBrush. Так что или тут делайте, или там. Точно то же самое. И теперь что можно сделать? Ну, просто хотя бы поменять световую сферу. Выбрать вот где-то вот так вот. Можно чуть-чуть потемнее выбрать. Вот так. Можно в золоте. И вариантов очень много. Так, и вот теперь вы можете просто снять тот же скриншот. Вот так вот. Или сделать, выключить табуляцию. И вот у вас полная чистая картинка. Вы можете ее в полном вот так вот формате тоже скриншотить. Вот такой вариант, быстрый, прикольный. Еще можно сюда, конечно, девчину посадить и столик поставить там с чем-нибудь. Ну, вот такие прикольные штуки можно делать.